Мне кажется, кстати, я так и не договорил. Найна, блядь, там, наверное, проблем вообще нет с игрой. Мне писали, что есть. Региона меняешь? Есть, да? Угу. Горту, бар. Ну, дави, посмотри, хуми. Кто? Го, го. Так я ждал, пока можно выпустить. А. Кто-то искал посмотреть? Да я в чате спросили, где трек посмотреть. На дабе есть история с треком. Давайте в другую сторону кто-нибудь. Веселее. А то все в один дом тут подойти. Блять, хемлок, мой любимый, моя любимая ган. Я могу дня прыгать без хемлока. А кто вообще может жить без хемлока, я не понимаю. Кстати, хемлок не такой плохой, на самом деле. Прекрасный ган. Не, серьезно, по три патрона, там куча дэмэджа. Да, самый хуёвый в игре. Из тяжелых автоматов. Все, что есть, лучше. Тут же есть люди точно, вы видели кого-нибудь? Не. Серьезно? Я не видел, сори. Может, есть. Просто я уже всю как бы пробрал базу. Броню не нашел. Привет, Рио. О, ебать, это охуенная пушка. Этот карабин, который R301. Да, лучший из легких. Мне миротворец очень нравится. Есть там миротворец, то блять, будет. У меня же был нормальный дробовик. Или мне показалось чат. Миротворец тема? Без дробовиков. У меня для ящейки есть аксессуар, если кому надо. У меня... А, это ты, блять. Ебать, Димас, это мы нахуй чуть не перестреляли друг друга. Я типа думал, это робот летит на своей хуйне. Там 20% заряда. Что есть? Ром по своим есть? Нет. Сим-карта надо? Карта? Сим-карта. Симка, да, симка нужна, да. Наверху у меня тут лежит. А ты не можешь взять ее? Я ее не взял, мне место. Ладно, да, пошли, пошли, пора уже идти. Я думал, у меня был нормальный дробовик. А чё, ведомый прям хороший пистолет? Ой, 45-45-45, до свидания, нахуй. А в голову там 90 все. 90. Ну, поменять ведомый на что-нибудь. О, давай, на что ты хочешь? Ну что у тебя есть? Длинный лук есть, хочешь? Флотлайн. Давай флотлайн. Ну если в таком ключе, то я, пожалуй, флотлайн выберу, кстати. Ну я флотлайн, да. Броню возьми, блять, я броню пропустил там, да? Я чё-то... Сейчас, Джокер, подожди. Беги ко мне на встречу, Джокер, я броню заберу. Ну я скинул, мы все равно сюда идем сейчас. Сейчас, стример сморг, блять. Я думал, у меня есть броня. Я как бы говорил об этом, но я как бы думал, что она все равно есть. Первый лот для нищебродов. Ну типа того. А есть маленькие бусты? Да. У меня два всего. Бля, показал, слышал кого-то, а никого нет. Ну такие тихие шаги, пиздец. Вот пистолет. Бля, дай прицел, пожалуйста. Или тебе надо? Все. Мне нужен. А лишнего нет? Вам любые нужны прицелы? Вот лишние. Прицелы лишние любые нужны? Да вот, я повесил голограф. Вообще да, любой, ну если есть коллиматор. X3, X1, X3. Ой, X3. Наверное, не поместится. У меня на пистолет. Флотлайн называется ВК-47. Ну АК, я вот говорю АК. Когда я нахожу, я не говорю флотлайн, я говорю АК. Не-не, если тап нажать, там написано ВК-47. Я понимаю, я его называю АК-47, как слышно. АК-47 же нет такого настоящего оружия. Ну бля, мне легче запомнить это, чем ВК-47 постоянно говорить, понимаешь? Залетел! Нет. Дима! Я думал, да ты! Нокнул. Хорошо. Я с другой стороны стою. Если шо, улетай наверх. Это ко мне. Я скрипну тебя. Минус стой, папа. Я решил просто с другой задней нашать тебя. Каприз склад из дефиля? Да, да разъебали тут такой. Я еще кушал. Даже от еды заебашил и от еды не оторвался. Ну если честно, я когда дрался, я еще был. Да, ей надо. Я одной рукой ел, да. Спасибо. Если уж положил. Тяжелые боеприпасы, 8 штук лишних выбросил. Бля, тяжелого магазина для БПшки у них нет. Для тяжелого. Тяжелый, короче, магазин нужен увеличенный. А у них нету.
Кто там Джокер? Пойдем следующих ебаш. А, ты скинул дроп? Да. Подсказал. Говорю, мужики, скинул дроп. Жестко. Инфа пошла. Он на ёбник прима, по-моему, здесь. Не, он отталкивает. Берите, мужики, все для вас. Спасибо, о, спасибо, мужик. А вот еще летит один, слышите? Можем мы его взять. Но он далеко. Он далеко летит очень. Но я бы, конечно, взял, да. Тяжелый магазин, пацаны, очень нужен, прям вообще. Возьмем тяжелый магазин, выиграем игру. Вот то же самое, хочу сказать. А как ты это сказал? Вот. Женя, камыша. А тебе нужны тяжелые патроны, Димас? Ну, бля, Димас, смотри, что нашел. Extended Heavy Mag? Сейчас, секунду, как это сделать? Вот, смотри. Мы нам он должен всем. Тяжелые патроны нужны? Мне да. Стреляют, слышите? Тяжелые патроны. У меня противник упор. Да, вот я живу. Да, я ушел. Дал ему, он хуёв. Ко мне сейчас заходить будет. Тут еще один. Смерть. Ну я все, блять. Смерть убил? Нет. На мне прям. Он нокнул еще одного? Где еще один у вас? Я не знаю, внутри, где-то внутри был. Внутри зашел. Он миротворцем, он мне. На мне. Прям на мне. Да, он меня ебет. Он не жестко. Хорош. Джокер, долго помогаешь, кстати. Да и... Я стягивал времени миллион лет, типа, думал, ты придешь. Это брони целый. Не целый, не знаю, я феникс узнаю. Смотри, сколько у меня осталось хп в этой миссии? Ох, ебать. Я прикрылся, я просто вот в это окно смотрел, понял? Да, блин, ты противник стрелял сейчас? Да. Нет, это я. А, окей. Поставь пылесос. Сейчас. Так, все есть, ебать. Осталось только всякие чупоры на пол и все. Так, я пока симки буду вставлять. По увеличен тяжелый магазин. Extended Heavy Mag. А где еще второй? Да. Тот второй. У меня еще один здесь лежит. Его уже Джокер, походу, подлутал, он слишком бедный какой-то. Ты в комнате, подожди. У кого тяжелый патрич есть? Мне дать? Можешь дать. И я могу подкинуть тоже, если подойдешь. Ты в данном? Угу, спасибо. Держи еще 80. Блядь, а вот, ну просто он не светит. А, все, нихуя себе. Heavy Mag всего 5 патронов увеличивает? Бля, какой маг? Бля, у меня синий, не знаю, синий дает достаточно. 18 дает. Ой, 8. Синий дает 8. Серый дает 5. Ну лучше 25, чем 20, правда ведь? 5 отрядов осталось. Это жестко, блядь, это пацаны. Блядь. Идем, парни? Далеко? Я не слышал. Ну идем в зону. Да далеко, я иду. Парень, не, я потом... Вот 9 ухожу в ПБГ. Треница, а потом уж Апекс, когда мы закончим. Сколько у тебя тяжелых патронов, Джока? 37,80, тяжело посчитать, поэтому вот сколько... Три человека! Где? Я поставил таргет спорт. Это далеко. Это далеко. А вы убежали от меня? Вот ты от нас убежал в итоге. Нет. Ладно, сейчас вернусь. Мы к тебе идем, сейчас принимать будем. Они там портал поставили, они хуярсиски. Портал недалеко. Они зашли в этот, в замок. Я понял, сейчас мы за ними пойдем. Вроде очень имбово вот эту вот портальщицу и робота. Робот ультует, она вроде как может даже, как я понимаю, вот этот черт полететь на этой хуйне и поставить портал где-то сверху. Все, погнал, я машину смерти еще на 35 секунд. Вижу, поставил. Тоже вижу. Рэмпли? Да, Димас там дым положил, так что да, хуярим их. Ты видишь их через... Да. Еще есть? Он где наставил? 70. Еще в комнате. Надо все ее. Ебем! Дробовик массив. А, похуй, возьму. Третий армор в пацане здесь, если нужен. Вот в этом. Okay. Третий армор еще один.
Я стреляю по ним, я видел их через стекло, а тут дым был, и я хуярил их в стекло. Я захожу прям, знаешь, упираюсь в пацана дробовиком, блять. А лишних три хилки больших, надо кому-то? У меня тоже дохуя лишних. У меня тут супер много лута. Окей, ну все, тогда погнали, да. Мне уже не хватит. А, ну разве что магазин. Extended массив энергии? Не, массив и свои патроны. Не? Она не? В ту сторону. Там вообще похуй, куда идти. Надо точный щек на миротворец. Есть уже. Тут уже все, блядь, это нихуя не нужно. Скидывай дроп. Пошли ебашить, Джокер. Массив и типа отдельные патроны, да. Мы в нем уже, о чем-то. Было бы круто, если бы можно заряжать его было. Скинул дроп на выходе. А нам он нужен, блядь. Пошли я два отряда, мы один на один остались. Ты слышал, где дроп упал? Вот сейчас ты им информацию золотых... даешь про нас. Неправда. Есть золотой автомат. Ладно, потянись вот здесь. Девятки. Let's go this way. Бля, он прям наебало мне. Кайф. Димас, там у нас ласт файт в игре. Да похуй. Да похуй, но братуля. Лучше, братан. Передо мной. Вот здесь. Увидели? Нет. Я слышал здесь. Я впитаю в себя, давай. Но я не вижу стыдов, чел. Я наебал, походу. Они справа на ящиках, коробки открыли. Гранаты есть? Да. 45, 41. Он очень лол, он без брони почти. Снял броню. Доедаешь? Есть. Нет, так, пострелял. Сверху. Меня сзади. Подвесил ему. Снял армор. Пустаюсь. Ой, ты мы наебалы. Меня сзади чуть не убили, за зоной, за зоной! Он теперь открывает, он вот, слева. Я своего дерну. Ой, блядь! Ласт остался, что потушил. Он за зоной, конечно. Да я повесил. У него там хуйня осталась. Хорошо. Красава, Джокер, я тебе дал шанс. Я пошел сверху, ёбнул, возвращаюсь, до сих пор хуяришься. Apex Champions. 220 демонжа, мужики. Жестко. А это черная мальчонка или черная девочка? Девочка. Если бы я сказал, что это черная мальчонка, я бы так и подумал. Introducing your champion. В этой игре всего один персонаж с белым цветом кожи. Да вообще попую. А мы не чемпионы, да? Другие пацаны чемпионы. Лучше играли. О, полетели на этом. Да, да. Эй, вот сюда ты хотел. Хотел сказать, вот сюда полетели. Под нас прям. Можем на корабль и с него спрыгнуть туда. Не-не, с корабль потом полети сюда, не парься. На дальнюю служу упадите. Вот передо мной. Вот на эту хуйню. Я на нее лечу. Окей, я на нее лечу. А ты думал, ты летишь? Да, блядь. Я думаю, это до конца, что ли? Я только в самом конце понял, что ты тоже летишь, типа. Ты летел прям по моей траектории, я думаю, нихуя, потом смотрю, что не то. Я управляю. Я думаю, это до конца, что ли, со мной у меня не стреляет. Меня тоже тут ебут. О, что твоя крыша. Ой-ой-ой, меня расширует. Меня тоже. Братишка. На моей крыше все еще есть чел, да, походу? Я убил его. Бля, у чел супер лоу внизу. Блядь, блядь. Он мне... Ой, блядь, ой, блядь. Дима, Дима, ну пизда. У меня на улице, у меня на улице, ага. Я этого убил, я же тебе сказал. А, я бы ему, а Джокера, а Джокера. Ну ты все, походу. Мне надо похиляться. А Джокер внизу в подвале? Да, в подвале чел, супер лоу. Я вижу его. За тобой, за ним, я иду за ним. Налево повернул. Он лутается. Лутается. Можешь фаталить, да? Нихуя. Он мог резнуться? Да, мог. Он последний, представляешь? А, бля, точно. Он мог резнуться просто. Надо Джокера крест, я займусь. Я линлук заброю с собой, да? Не обязательно, можешь остаться здесь. Окей.
Вот так. Оставляешь нокнутого, думаешь. Я говорю, вот так оставляешь нокнутого, думаешь, где-то его тиммейт, уходишь, оставляешь его, он поднимается и резает своих потом. Да, он сам запалил, кстати, что у него золотой щит. Так бы, может, я его и не пытался. Это у меня был золотой щит. А, да, ну вот он его взял. А золотым щитом можно резнуться? Да, конечно, один раз. Сам. Когда резаешь, он становится фиолетовым. Жестко. Одноразовый рез. Привет. Первый армор же подъезжает, если слышу. Я же постреляю. Брокер, тебе надо здесь и армор здесь же. Угу. Я, пожалуй, возьму вместо тяжелого пулемета сейчас трубозарядник. Миротворец. Увеличенный тяжелый магазин, лишний. Не? Тяжелые патроны. Да, надо. Вот, он подходит. Extended heavy magazine есть. Да, есть. Надо. Я как раз проверял на пистолете. Heavy armor, да, тебе еще нужен? Джокер, ну, мне не надо. Дробан где я метил. Heavy патроны. О, я нашел себе дробан. Нужны патроны для дробана, будут такие? Джокер, здесь щит. Патроны, да, там лежали вроде ж, не? Или я собрал? Не, на их мало, у меня 6 на 20. Ну ладно, у меня 6 на 8 пойдет. На, держи. Патроны такие, extended heavy mag. У тебя миротворец? Да. Иди сюда, вот сейчас решу есть. Может тебе вот это надо? Ништяк, да. Заебись, патрон не забыл. Спасибо. Это все не нужно. Я выкинул, не нужны. Мы в зоне, кстати. Я готов идти пиздиться, если что. У меня два пистолета. Два пистолета, нихуя себе ты. Ковбой. Его вроде больше. Дробовик, Максим, иди сюда. Я нет, иду. Shotgun ammo here. Я нет. Я не играл в него особо. Топай то-то. А, это походу Джокер. А когда у тебя дроп Джокер? На, держи. Тимку поменяй. Закинешь себе лута. Там еще есть типа трафика немного. Тяжелые патроны еще собирать? Найс, нашел. Симку могу дать. Тяжелые? Не, мне не надо. Я даже выкину немножко. Я потаскаю. Если автомат найдете, скажите. Хэмбург. О, мой любимый. У меня это прицел, ну, обычный. Не оптика, а прицел обычный. X3 вот есть. Наверное, не подойдет. Не, мне надо X2, а X1. Я возьму X3 себе. У меня самые хуевые синие такие есть и белые. Я себе самую хуёвую на дробовик взял. Лишь хэви, патроны здесь, этот, ищейка с тяжелыми. Лету. По лестнице забираться. Я таскаю, это еще 140 патронов здоровых. Мне нужны на хэмлок. Да? На, держи. Спускайся ко мне. Вот. Здорово. Видел, там что-то упало? Ага, что-то слышно громкое такое. А мы полетим туда. Сейчас полетели. Просто запрыгнем на эту хуйню и полетим. Go сюда. Go. Тут пиздили кого-то ногами. Я на тело сел. Теле нихуя. Дробан, если хочешь. Патронов подкину. Прям перед нами дерутся. Я раздуваюсь. Поехали. Вижу, поставлю маркер. Передо мной. Челси в углу. Лутаю. Золотые арморы. Минус. Черт, челик, золотом арморе минус. Не харту запустил. Резу. Она резает. Нокнул, резает. Терту дал, да? Угу. Вышел. Нокнул его. Еще один, слева. Сейчас стрелял.
Сзади он сидит, я вижу, на корабле. На корабле, который сел, он походу ласт. Мы сейчас прицел поищу. Там еще, это еще склад, это еще склад. Максим, уйди, я прицел поищу. Ушел. Противник. Щит ушла. Она подо мной. На мне. Иду. Блять, ну я закрою что там. Блять, надо было с пистолета стрелять. Убил я. Видишь? У вас есть чем хилиться? У меня 0 хилок, 0 бустов, если что. Да. Есть, здесь все есть у трупа? Можешь резнуть меня? Да, сейчас. Я все скинул, короче, там где посылка и дрон. Там и труп с хилами. Я только что спиздил немножко хилов. Буду. Я есть что недоступен пока, я хиляюсь. Блять, нахуя мне это зачем? Кинешь дрон? А, дрон тоже скинул. А? Щиты заряжаю. Ебать тут кипишь, что-то так много команд. Тут вот в трупе есть, где что тебе нужно? Прицел. Рез одноразовый чат. Хилки еще есть там где-нибудь? Mm, там, только пустые. Маленькие. У меня да, 3 на 1. Пылесос, во-первых, поставь. О, найс. А есть еще хилки? Okay. У меня 3 маленьких. О, симку возьму. Одну большую, да. Ты ж пиздец, это на корабле. Пойдем посмотрим. Одну большую хилку возьмите. Ой, я возьму. У меня 0, набери. У меня одну тоже. Вон, бегает чел, по мосту прибегает сюда. Погнали встречать, по мосту, справа налево бежит к нам. Поняли? Вот сюда, уже 10 лет сейчас будет, здесь сиди. Вот он вышел. Пати! Корабля была, уверен. Чел сверху без армора, по-моему. Ну ему там все равно нормально. Бейте. Справа, меня и... Дымы, убегайте. Но брат, я 3 секунды. Не открывай, что-то не дай. Да, урон. Могу раздуться. Раздуйся? Нормально. Там в доме. Да-да. Бля, он еще ебашит. Ты дрона поставил? Идеально просто, блядь. Вот просто там, где дверь стоит, вот здесь и дрон, блядь. Есть щиты какие-нибудь? На корабле 2. Да. Да, что-нибудь там щиты? Ага, найс, спасибо. Че, у меня 0? М. Я не могу стрелять с ним. О, нормас, починил, блядь. Они на крыше в том доме через дорогу. Хватит, мы решим поехать туда к ним, я за тобой, Димаш. Я просто прыгаю. Еще справа, Дима, сейчас прыгай. Как же мы, блядь? А, вы на самолете? Да. Да Дима Молс это сделал, я за ним буду. Да я просто... Я за просто надо мной. Это понятно, просто. Это я знаю. Можешь выйти и к нам полететь. Очень мало энергетических боеприпасов, они не нужны, пиздец. Там кто-то есть, нам приехали туда. Слышишь? У нас тут есть. Не слышал. Нам приехали. Я Трегенус, я иду к тебе. Не знаю, где они. Я слышал, как они приехали сюда. Вот жока ей. Приехали. И они и будете, типы. Вижу. Они про нас не знают. А, они уехали отсюда? Нет, они не приезжали, Максим. Спрыгивай ко мне, давай тихонько подойдем к ним. Они не... Наши старые позиции чекают. Я бегу. Я раздутый. Можешь приступать, поддержка будет, но потом, где-то через там через вот можно 15. Там можно подойти подняться. Я уже иду так. На доме бегает. Вижу тебя, Димас. Прямо у него. Дурак, блядь. Одного ногу.
Это шо улетело за хуйня? Я его долг тут, блядь, там. У меня. Наверху там. Дал ему соточку. Ой, бля, чё-то больно. Ты убил его? Да, еще другая команда, еще другая. Бля, мне надо... Ему казнили челку щитов. Да, не казнили. Наверху смотрят меня. Ставлю метку на него. Вы можете его дёрнуть? Он меня чек... выдаёт. Нокнул. Надо рез Диму дать, да. Одного дохавал, которого ты нокнул, похоже. Сверху. Мне зря это дома. Поднимаюсь дробовиком к нему. Я его уже нокнул. Дал ему, минус 108. Я его нокнул. Минус он. Все, закрыл. Пятнешь? Да, не мируй Диму. Окей, давай. Я тогда пойду подлутаю. У меня патронов не осталось, нихуя энергетически. Мы еще 4 склада. Следующая зона 20. Ну, потом 2.40 до зоны. Я патронов заберу. Надеюсь, что они у них будут. Или поменяю курс. Тут 12 ячеек, так. О, нихуя себе, мне надо. И золотой, и прицел на покой пистолет. Я подойду. О, блядь. Я спидфайр возьму себе. Фанат Димы Капа приди, 25. Как же сокол ебашит. Просто не умолям. За что его только из драконов поперли мерещать. Да, спидфайр вообще не попробовал. Спасибо большое за донат. Есть миллион патронов. Тяжелых давай? Да, тяжелых. Тяжелых это пизды. Вот здесь. Буду киберспортсменом в новой игре, капа. И аккумуляторы. Капа. Да, это пизды, заебись. Вот в этом. Спасибо, родной. Наверху. Если что, еще я тебе подкину. Патронов 50. Готовы идти в зону. Минут 40. Идем? Идти. Ходят только плебеи, сори. Ты вроде погиб недавно, тебя спасали. Ну, бля, давай не будем об этом. Давай не будем. Пойдемте. Вот, слышишь, стреляются два? Да. Значит, эти двое и еще одна команда где-то и все. Чего они полетели? А, да я далеко был за такой. Сейчас. Я максимально осторожно. Не, ты жестко. Ну, я уверенно, ебать. Ну, только знаешь, что ты один. Я понял. Что это за звуки страшные? Не мои башни с кем-то. Ебать, я вижу тут пиздец, как это говорится. Ну что? Враг спиздил, ах ты мразь. Он сразу там два арбора. О, у меня еще один здесь. У меня еще один здесь. Я иду. Не дай мне такой, я подымусь сам. Еще третий арбор разбил, чувак. Они ресуются, ебать. Я сам себя ресну. Они через окно это стекло видят и охуевают. Минус 3, все. А, тогда поднимите меня, пожалуйста. О, нихуя себе, ты сам меня поднял, блядь. Я почти поднялся с... Ебать, Джокер Сейвер. Мы еще склад, пацаны, надо играть. Ну, что там, ой, блядь, что произошло? Не, у меня есть. Что есть? Понял. Играем, все, поехали. Я хиляюсь. Это последний. Она лоу, сука, лоу. Да, блядь, она ТП, что через эту хуйню? Максим! Максим! Что происходит? Я там пацану 800. Ой-ой-ой, у меня убивают, помогите. Ааа, как это тупо было, блять. Нокнул твоих второго. А я третьего, мы одновременно с тобой пизданули, походу, да. Я тут твоих. Ебать, развалили мы их. Спидфайр на 60 патричей, это тупо стреляешь. Тупо ебашишь и там, блять, 30-30-30. Чел начинает перезаряжаться, а ты стреляешь. Чувак, это такой рофл был, блять. Я пытаюсь, ну, получается, поднял почти Джокер, я поднял, окей, начинаю хиляться и тпшусь в этот хуйню. Ну, и хилка сбивается. Я лечу обратно, начинаю хиляться, и через эту хуйню вылетает другой челик, блядь. Угу. А, блядь. Тупо показали тем чемпионам, что это мы чемпионы. Да.